Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодняшнее видео о простых правилах для тех, кто хочет похудеть. Для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Сбросить его преимущественно, а желательно исключительно, за счет жировых отложений. И несмотря на то, что у меня очень много видео и статей есть о похудении, о правильном похудении, о понятии, что такое похудение, жиросжигание, сушка, мне приходит огромное количество вопросов на эту тему. Сегодня видео для тех, кто не собирается выступать на соревнованиях, даже не хочет выглядеть как какая-нибудь модель с новомодного журнала. О чем мы с вами всегда забываем, хотя знаем. Вода. Вода – регулятор, катализатор всех процессов в нашем организме. А что вам советуют на тренировках? Не пить. Не пить после тренировки, не пить до тренировки. Только дебилы. Хочется пристрелить такого тренера, инструктора или вообще советчика, который сейчас так советует. Доказано неоднократно, что только вода помогает нам с вами правильно, грамотно существовать и быть здоровыми. Поэтому следующее, а вообще первое, что нужно сделать, проанализируйте, сколько воды вы пьете. Вы должны выпивать минимум 1,5-2 литра воды в сутки. Воды, не чая, не супов с борщами, а именно воды. Уверен, у многих не наберется даже литра. Так о чем мы говорим? А я знаю людей, многих людей, которые просто, не меняя особо привычек в своем питании, не тренируясь, но выпивая 2-3 литра воды в сутки, избавились от огромного количества жировых запасов. Представьте, что будет с вами, если вы еще наладите правильное питание, если вы будете правильно, грамотно тренироваться. Будет просто замечательно. К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что вы должны питаться качественно. Каждые 3 максимум 3,5 часа, выпивать 2-3 литра воды в сутки, последний прием пищи за 2 часа до сна, ни в коем случае он не должен быть углеводным. Все просто. Просто и понятно. Не нужно считать БЖУ. Здесь же хочу обратить еще ваше внимание на очень важный пункт. Никогда. Мы все с вами простые люди. Естественно, где-то сорвемся, съедим что-то вредное. Не стоит казнить себя по этому поводу. Недавно был такой проведен эксперимент с диетологами и психологами, который меня шокировал. Вот если вы, к примеру, на Новый год, там, на день рождения обожрались, неважно, сколько чего вы съели, чисто физиологически ваш организм может усвоить, прибавить за раз 150 грамм жира. Ну, условно будем так говорить, да? Так вот, если вы будете переживать по этому поводу, если вы будете себя казнить, накручивать, то прибавка увеличивается в 2 раза. Чисто теоретически, ну, это невозможно. Но эксперимент показал, что люди, пессимисты, склонные к постоянному самобичеванию, живут хуже, накапливают больше жира. Вам это нужно? Не нужно. Поэтому, если вы чувствуете за собой такую фишку, такую ерунду, то проще соблюдать все правила. Но если вы сорвались, не стоит переживать. Мир на этом не закончился. Вы от этого не станете в 3 раза больше, если только не будете переживать. С питанием более-менее все понятно. Еще, почему я всегда говорю о том, что нужно понимать, что такое похудение, жиросжигание, сушка. И когда людям говорят, вот тебе нужна сушка, мне режет ухо. Потому что сушка это только дело выступающих спортсменов. И наступает она у них за неделю до выхода на сцену, иногда чуть-чуть раньше. Но поймите, сушка это вывод из организма воды, а не жира. И если вы пытаетесь сушиться, вы только вредите себе. Вам это не нужно. Это очень вредно. Быть без воды обезвоженным вредно просто для здоровья.
и жиросжигание прекращается. Спортсмены уже имеют очень низкий процент жира, и им нужно просто вывести воду из-под кожи, чтобы быть максимально прорисованными. Для вас сушка вообще не должна существовать. Вы даже не должны использовать в лексиконе своем такое слово. Похудение, жиросжигание. Похудение и жиросжигание тоже немножечко разные вещи. В статьях, ссылки на которые я дам, вы ознакомитесь. Какое же безопасное процентное отношение жира в организме человека может иметь место? Для женщин это 14-18%. Да, после того, как вы опуститесь ниже 14%, у большинства из вас прекратится цикл. Не думаю, что нужно объяснять, какими последствиями для женского здоровья это грозит. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас были четко видны кубики пресса на животе, и при этом вы девочка, то забудьте о здоровье. Можно иметь красивый плоский животик, но не нужно стремиться к вот этим кубикам. Ко мне обращается и, наверное, будет обращаться еще огромная масса выступающих девчонок или тех, кто просто хочет иметь кубики на животе. И ихняя проблема – это резкое ухудшение здоровья, нарушение или полное исчезновение цикла. И то, что мы с ними делаем, это просто восстанавливаем здоровье. Но это очень-очень вредно. Девчонки, задумайтесь об этом. Не стоит опускаться ниже 14%. Поверьте мне, для девочки 14% жира в организме – это идеальная фигура. Любой парень, кто более-менее здравомыслящий, грамотно, правильно смотрит на жизнь, будет смотреть на вас с вожделением. Это сексуально, это красиво. Ниже – это опасно. Просто для вашего организма. У парней немножечко другая ситуация. У парней от 9 до 13%. У большинства парней уже при 13-12% четко видны кубики на животе. Ниже 9% опускаться не стоит. И когда вы видите каких-то блогеров, либо кого-то еще, которые хвастаются своим рельефом, прорисовкой, не стоит им завидовать. Поверьте, это чревато для вашего здоровья. Иначе бы все выступающие спортсмены держали бы такой низкий уровень жира в своем организме. Они и так стараются, но понимают, что это очень опасно и вредно для их организма. Поэтому они немножечко поднимают процент жира в организме в несоревновательный период. Но при этом стараются находиться в форме, потому что современные контракты обязывают их постоянно быть готовыми к видеосъемкам, к фотосессиям. Но если вы обратите внимание, все ведущие журналы, а к нам в зал приходят именно все ведущие журналы, Muscular Development, Flex и другие, сразу же привозят спортсменов после соревнований. Как раз таки, когда у них идеальная форма. Обращайте на это особое внимание. Не забывайте, что для нас с вами самое главное – это сохранение здоровья. И на все мы с вами смотрим через призму сохранения здоровья. По питанию, надеюсь, вам более-менее понятно. Повторим еще раз. Завтрак должен быть, должны хотеть кушать. Утром до завтрака нужно выпить стакан-два воды. Обязательно. Это запускает все процессы в организме. Кстати, легче будет сходить в туалет, у кого с этим проблемы. И быстрее появляется здоровый аппетит. Ночью перед сном мы с вами не кушаем за 2 часа. Это мы уже уяснили, подчеркнем. А последний прием пищи за 2 часа до сна, еще раз говорю, белковый плюс зелень или капуста. А в течение дня мы с вами кушаем каждые 3-3,5 часа, разбивая пищу таким образом, чтобы к вечеру она была более белковой, а в первой половине дня более углеводной. Но если вечером углеводы желательно вообще, чтобы не присутствовали в вашем питании, то в первой половине дня вместе с углеводами вы должны все равно потреблять белки. Вот простые правила. Не нужно изобретать велосипед, стремиться к чему-то.
А теперь давайте перейдем к другой теме, которая тоже очень важна, и почему большинство людей не испытывают положительного результата в похудении.